Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов, на канале Ушмыги. Сегодня играем в Close to the Sun и пытаемся дойти, разузнать же, что же случилось. Глава номер 7, раздор Ириды. Ириды, раздор Ириды, именно ее раздор. Я должен себе признаться. А? Я сказал, что у меня есть семья. Но это не так, я солгал. Я лжец, Роуз. Прости. Ничего страшного, Обри. Рад это слышать, потому что, боюсь, тебе придется постараться, чтобы попасть на мою сторону машинного зла зала. Да уж, конечно. Я не удивлена. Куда мне идти? Теперь до машинного зала поблизости. Тебе придется найти проход на другую сторону. Твою мать, это хранители, Бенни! Эй, Роуз, мне нужно это уладить. Я вернусь через секунду, только не... Don't what? Только что не... алло. Aubrey! Great. Что-то как-то тут много, да? Всяких убитых. Мертвых и убитых. Опа. Как так-то? Эй. Опа. Так. Опа-па. Да хорош, слышь. Не пугай меня. Не надо меня пугать. Я не настроен сегодня пугаться. Подожди. А может быть там что-нибудь найдем? Очень странно здесь сделан бег, до сих пор как бы не понимаю, зачем так надо было делать бег. Такой бег, прям такой, чтобы такой вот был. Не бегущий. Но это, собственно говоря, и повествование как бы такое, да? Ну, сделано специально, чтобы... Чтобы что-то сделалось, да? Так, смотри. Сейчас отключится, и мы пробежим. Да, мы молодцы. Роуз? Aubrey. Aubrey. Can you do something about the power coming and going? Ты можешь что-нибудь сделать с пропадающим питанием? I thought you had that area covered. Я думал, у тебя есть доступ к этой зоне. Это давайте у меня большая неисправность. Большой распределитель катушки. Похоже, она пульсирует. That means nothing to мне это me, ни о чем не говорит, Aubrey. Говори попроще. Роуз. Мы добываем электричество самого времени. Эта хреновина не может быть простой. Понимаешь, ты просто двигайся вперед и постарайся не умереть. План просто отличный. Как швейцарские часы. Просто замечательный план. Ты слышал, Беннет? Мы вызвали недовольство, Роуз. Подожди, а куда я там открыл этот отсек-то? Куда я? Воу-воу-воу-воу-воу, людихи. Ихи-мартыхи, пипихи. Опа. Ага, не работает. А, вот здесь можно. А подожди, а мы же там открыли... Сейчас, стопорам, стопоремба. Стопоремба, вон туда же мы открывали или не открывали? Я что-то... Мы же там открыли куда-то проходку и чё? И чего? Так, danger, danger, не входите. Так, что здесь? В danger есть? Кого-то разорвало. Ой, ёптель-моптель. И чё? А, я уже не могу, наверное, нажать. Так, давай тогда по лестнице наверх. Да? Мы же не отсюда, мы же оттуда пришли. Да или нет? Куда? Подожди, а там опять горит, что можно нажать или нельзя нажать? Нет, нельзя уже нажать. А, меня напрягает то, что мы там не проходили. Может быть, там что-то валялось и нужное для сюжета игры. Может, какая-нибудь записочка или того. А, и чего? Я должен прыгать, как дурак? А, наверное, да. Ай, нет.
Нет, 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 не должен прыгать как дурак. Все, все, окей. Возвращаюсь тогда взад. Это я где? Это я здесь. Так. Подожди, а вот туда я не могу пройти? А уже отжать не могу. Так, подожди. Если... подожди. А, нам вот по этой херне, я понял. Мы там сейчас как эти, Марио должны пройти. Людишки-то там, а нам-то не там. Нам бы... Или я не прав? Подожди. Да блин, она еще, видишь, она не прыгает ни хрена. Она не может перескочить даже трубу, но запрыгнуть трубу. Мне не туда, короче. Да хорошо, ладно, тогда я спускаюсь. Да иди ты, срань. Че, ты умерла? Блин. Не спуститься по лестнице. Тут сколько? Тут два твоих роста. И не спрыгнуть, типа, по-моему. Ага, вот. Мы отжали это говно и уходим, короче. Да, правильно я понимаю или неправильно я понимаю? Да, давай-ка мы вернемся назад. Там мы не прошли с тобой. Пойдем туда, пройдем. Стой. Дом поставь. А, или вниз можем. Не можем. Можем? Не можем. Погнали тогда взад. Так, нам нужно сейчас будет еще по лестнице опять подниматься, да? Может быть, я что-то упускаю, да? В принципе, все квестики, которые здесь были, они, в принципе, простые, ничего в них сложного нету. Но главное, главное ничего не пропустить. Вот, вот я прошел. Да. Кстати, за мной этот маньяк не будет, я надеюсь, гоняться. Так, тут просто утащили тельца и все. Так, пойдем тогда вниз, туда, вот направо, да? Потому что, видишь, я сделал, открылась. И не открылась. Потом, скорее всего, обратно нужно будет. Да, я прав или я не прав? Тут ничего нету из написанного мы полезного. Хорошо. Так, а у меня... Да? Так, да, я просто проверил звучару. Звучара. Есть звучара или нет? Звучара. Так, здесь, смотри, кто-то что-то чинит. Да, нам это показывают. Так, о, ну-ка. Заключение инспекции провалено. Заметки инспектора. Как эти предохранители еще работают за гранью моего понимания? Взгляните на них, они держатся на соплях. Но это, но не это меня пугает. Вы понимаете, что произойдет, если они выйдут из строя? Сначала случится перезагрузка панели D12, и автоматический выравниватель давления перестанет получать актуальные показания. В нормальной ситуации это бы привело к срабатыванию термотриггера, который предотвратил бы дальнейшее усугубление ситуации. Но поскольку термотриггер отсутствует, этого не случится. В результате катастрофического повышения давления в сливных резервуарах произойдет взрыв класса C+. И это приведет к жертвам от 4 до 10 человек, в зависимости от смены. Если вам нравится шутить со смертью, по крайней мере, имейте совесть сказать об этом открыто. Мудаки. Обрикинг. Обрикинг, с которым мы сейчас и чаемся. Так. Здесь что у нас? О, этот значок опять. Фу. А если этот значок, то что? Извиняюсь, ребят, извиняюсь. В смысле, я не умер? В смысле, как это? Чё? А почему я не умер? Я в текстуру попал, ребят, смотрите, прикол. Я ни хрена не вижу, и все, я над чем-то. Мне же не сюда надо было спрыгивать, правильно? Сюда. Это, конечно. А как сделать? Сейчас настройки, главное. Подожди, а...
Блин, а я хочу умереть. Можно мне умереть? У меня просто в текстурах, смотри, бегу. Что происходит? Это сюжет игры такой? Да, главный мир, ну да. Давайте еще разочек. Что ж вы не сделали перила-то, а? Дурачки. Я что, должен падать постоянно? И работники тоже падают у вас. Итак, мы начинаем заново. Раздоры Ирины. Я не буду это уже озвучивать, потому что иди к пина. That's okay, Aubrey. Glad to hear it, because I'm afraid you've got a bit of work to do before you can get to my end of the engine halls. But of course I do. What a surprise. Where do I go? Make your way to the local engine hall. You'll have to find a way to the other side of... Yes! The power couplings, Benny! Hey, Rose. I gotta sort this out. I'll be back in a jiffy. Just don't... Don't what? Aubrey? Aubrey! Great. Так, значит, мы вот на этом остановились с вами. Читаем, уходим. Так. Запрыгнуть мы туда не можем, да? Плохо. Это печаль. Больше тут ничего нету, типа? Ну, туда я не пойду больше. Что-то расхотелось. Текстуры проваливаться опять. Не, просто я почему я не умер, я же там нормально так упал. Ну, короче, это не важно. Подожди, почему я не могу перешагнуть через труп-то? Алло, а перепрыгнуть даже не могу через труп. Ну что за бред? Игра такая игра, конечно. Так, здесь ничего интересного нету, точно? Подожди, давай-ка проверим еще разок. Да, все, тут вроде ничего нету. Погнали наверх тогда. Смотрим, что там, что тут у нас. Так. Да у нас тут ничего, но мы тут уже везде были. Правильно. Так, а мы же, да, везде. Тут ничего не было вроде, да? Ropes. Aubrey, can you do something about the power coming and going? I thought you had that area covered. There's a bit of a hiccup with this, with a large electromagnetic distribution coil. It seems to be pulsating. Yeah, that means nothing to me, Aubrey. Speak plainly. Then, Rosie, we are harvesting electricity from time itself. This shit is complicated, okay? You just find a way forward and don't die. Ah, great plan, Aubrey. Your best work yet. You hear that, Benny? Rose is giving me attitude. Подожди, я вниз вот туда могу уйти или нет? Блин, как меня бесит то, что здесь темно, ни хрена не видно. Бесяче. Так, тут людишки, короче. Что, сломалось там что-то, да? И ничего... А, подожди, а... Сломалось все, отжать я не могу. Хорошо. Так. Так. Сейчас электричества нет. Сейчас есть электричество. А, вот эта штука не нажимается, да? Так. Блин, не успел. Теперь придется ждать. Это типа резервное питание, да, или нет? О, все понял. А, это все понял. Понял, надо было просто, короче, вовремя сделать.
за один разок. А я тупил тут. Упадал куда-то там и все остальное. Ну, бывает, бывает, что с кем не бывает. С кем не... Да, тут ничего, короче, нет. Проходим мимо. Мимо. И, скорее всего, вниз там. Да. Я просто думаю, что, может быть, какие-то записки тут будут или что-то того, но ничего нету. Кто же все-таки устроил это на Гелиосе, а? И понятненько. Понятненько. Тихо. Я не наступляю. А, не наступляю? Не наступляю, говорю. Ты говоришь или я говорю? Так. Так, мы с тобой попали на первый этаж. Ждем, пока отключится говнище. Подожди, а тут ничего нету? Блин, тут ничего нет. Я, короче, просто так трачу время драгоценное. И свое, и ваше. Ну, хватит. Ну, хорош. Ну, выключайся. Хорош. Роуз? Ты где, Роуз? Где ты, Роуз? Я все еще здесь, Роуз. Я прошла через машинный зал. Что теперь? Здесь находится гидравлика и управление давлением. Распределительная катушка нагревает накопитель резервуара. Должна снизить давление, чтобы открыть защитную дверь. Отыщи клапаны давления, Роуз. Поверни колеса клапанов, чтобы снизить давление. Ладно, найти клапаны и снизить давление. Поняла. Прекрасно, Роуз. Ты почти на месте. Okay. Ладно. Поговорим чуть позже. Ой. Это залагало-то так. Так, ну смотрим, что... О, клапан. Ну-ка, читаем. Вот это да! Просто поразительно, что вы продолжаете меня разочаровывать. Передающие кабели кап не должны подключаться к текущей системе управления. То, что кабель влазит в разъем, это еще не значит, что он должен быть туда подключен. Две системы работают на абсолютно разных частотах. Это значит, что все показания мощности, собранные нами во время последней инспекции, можно засунуть в одно место, поскольку значение неверное. Как мы, черт возьми, будем поддерживать работоспособность Гелиуса, когда вы постоянно просираете любую возможность снять точные показания? Необязательная проверка системы кабель создается во вторник в 9. Мы будем работать столько, сколько потребуется, чтобы каждый из вас глубоко осознал, как надо правильно подключать кабели. О, прикинь. Ну же. А что я могу в любые стороны ему насрать, типа, да? Хорошо. О, а, это дверка. Так. Не знаю. Это хоть как-то помогает мне в решении моей задачи или... Главное опять не провалиться куда-нибудь. А, вон там еще наверху. Никола будет... Обри? Виновник торжества Бенни. Вином. Твое радио? Обри? О, упало давление, да? Давлюхуха, давлюхуха. Так, ну мы сейчас окажемся в таком, что Бенни это, короче, какой-нибудь там, типа, трупешник. А, ну мы, по-моему, так и знали, что он трупешник. Бенни, да? И то, что... Короче, там этот-то Обри, он свихнувшийся. Наверное, как и этот, Маничелло, да? Опа. Читаем. Прими удар и беги, помощи жди. Не. Нормально. О. А, подожди. Это дверь? Не, а я отсюда пришел. Отстань. Отвали. Или я отсюда? Отсюда, отсюда. Так, давай наверх. И там еще одна была, по-моему, дверка, в которой я не... Опа, тихо, стопай. Рамба. О! Так, давление еще раз упало. Надо еще, типа, чтобы оно вообще упало. Ну, камон. Я тут бегаю, как дурак, короче. А какая дверь-то интересная, слушай? Как ты думаешь? Заслужил ты, Бенни, заслужил. Обри! Долгие годы! Обри! Какая дверь-то должна открыться-то? Ну-ка, расскажи мне, объясни. Расскажи-ка, объясни. Так, подожди, вот этот клапан мы сделали или нет? А, вот, сделали теперь. Теперь какая, что нужно сделать? Так. А тут нету этого говна. А, извини. Изучить.
Не закопленное колесо с опорным клапаном для регулировки давления воды. Старая покрытая ржавчина. Ну и чё? Прикольно. И еще надо искать эти клапаны. Ну ёпти. Чё тут хрена-то, слышишь? Так. Ну и чё? О, еще один. А нет, я повысил, подожди. Ну-ка, взад. Взад, я сказал. Ну, уже вообще 0003. А, я же здесь был. Вот ты старый дурак-то, а. Поэтому и повысилось. А я могу спрыгнуть, чтобы не покраснело меня? Ну, ты понял. А у меня нет даже кнопки этой. Ой, смотри, а здесь она не... Не это. Так, не то и не это. Подожди, значит, там еще где-то я не нашел один клапан. Она закрыта до сих пор, да? Подожди. А здесь я тоже был. Нет, вниз. Вниз, я сказал. Сейчас, подожди, а где я не сделал-то? А, подожди, вот там же должна была быть уйти электричество должно быть. Нет. А как сделать, чтобы оно ушло? Я не нашел сколько-то записок. Снизьте давление воды, поворачивая правильные, правильные клапаны, написано. Правильные. А может быть какие-то увеличивают, типа, да? Или подожди. Так, тут какая-то должна быть разгадка простая, опять же. Но мы опять же с тобой будем тут ходить 3 часа и 3 ночи, потому что... А? Опа, а чё? А куда он делся? Вперед. Подожди. А, вот он. Так. Ты справилась, Роуз? Все сенсоры горят зеленым. Защитная дверь должна быть открыта. Последнее препятствие, и мы сможем смыться с проклятого судна. Роуз, ладно. Последнее препятствие. Что теперь? В общем, помнишь ту гигантскую нейтрально-распределительную катушку? Это... Знаешь что? Это не стоит обещать, лучше просто увидеть. Проходи. Это типа какое-то тело человека или что? А, нет. Просто бежать через машинный зал, чтобы увидеть то, о чем говорит Обри. Мне это совершенно не нравится. О чем он говорит? Это какой-нибудь Никола Тесла, типа, да? Подожди, не, я хочу посмотреть, может быть записки какие-нибудь. Записочек не будет никаких. Не, ну походу не будет. Напрягает это. Такая успокаивающая музыка, мне кажется, сейчас будет какая-то скримота. Гигантская распределительная катушка. Я назову ее Фридой. Вот зараза. Что это такое? Что это? Не волнуйся, там тебе ничего не грозит. Пока ты не находишься под прямым воздействием ударной волны, ты в безопасности.
Good to know. Рада слышать. Ты можешь увидеть меня. Я в высоком зрении по правую руку от себя. А, вижу тебя. Видишь меня в окне, Роуз? Да вижу, вижу. И видишь горящее здание вдали? Где находится аварийный выключатель? Это где? Постой. Мне нужно идти аж туда? На другой конец? Ага. Хочешь, чтобы я пробежал туда, пока электромагнит что-то там поджирает все вокруг? Поджаривает все вокруг? Ага. Я тут подумал. Если ты согласна, я открою дверь слева и спрячусь в углу на минуту, ладно? Мне все равно я хочу слушать твои крики. Заключительная инспекция. Полный провал. Заметки инспектора представителя Вандерклифф сказали мне, что употребление слова «придурки» в отношении сотрудников технического обслуживания идет в разрез с корпоративной процедурой развития лидерских качеств. Поэтому в дальнейшем я воздержу от употребления термина, описывающего эту команду. Вместо этого я буду использовать дефективные недоумки. Поскольку я клянусь, создается ощущение, что вы намеренно пытаетесь доконать меня. Вот лишь некоторые примеры из множества нарушений, выявленных во время инспекции. Полный список. Ну, короче, я понял, да. Там он про всякое говнище пишет. Хорошо, полные придурки. Экипаж. Экипаж полных придурков. Это все, в принципе, это все. И чё? Да куда мне надо добраться-то, я так и не понял. А, здесь меня бы не пульнуло, типа, да? И чё, куда дальше? Ой. Я не должен попадать в это говно. Я понял. Так, подожди, а когда мне попасть-то нужно? Где он стоит, типа, или чё? Ну... А, вот туда, что ли? Я думал, я здесь останусь в этом в безопасности, а оказалось, что не так. Ну давай еще разок тогда. Погнали. Это я где? Ой, это я уже здесь, а это я уже все сделал. Типа. А подожди, а где я буду в безопасности? Ну, сука. Вот здесь, по-моему, я буду. Да. Отлично. Шикардосина. А вот и нет. Что я сделал? Уже все? Откуда же мне знать? Я потянул чертову хреновину. Сработало? Сейчас. Одну. Минуту. Минуту, ванну, одну. Я думаю, сработал, Роуз. Слава богу! Не могу поверить! Ты справилась! I'm going to live!
Я буду жить. Эй, обри. Успокойся, ну немножко. Ты хорош, там, ну, хорош. Я хочу того, чтобы наконец убраться из этого проклятого места. А, самое время, да. И иди по металлическим дорожкам слева от тебя. Они выведут тебя прямо к центру управления. Я знаю, что уже поблагодарил тебя, но... будет чертовски здорово, наконец-то сделать это лично. Я уже иду, Обри. Мы скоро увидимся. Или нет. По каким металлическим дорожкам слева? А, вот сюда, типа? А я же отсюда пришел. Или нет? Ну ладно, давай сюда. По наверх надо забираться, да? Ну давай, забирайся. Но вы думаете, это конец? Ну, хотя, может, и конец. Ну, хотя, мне кажется, что нет. Хотя, может, и да. А не знаю. Так, тут кто-то есть. Кровамбу. Так, Дорожанская. Опа, кто-то бежит на меня. Почему? Бегает? Надеюсь, все обрезает короткий путь, чтобы убраться отсюда. Не горю желанием возвращаться тем же путем, которым пошла сюда. Так. Обри? Эй, Обри, ты. Здесь никого не будет, типа, наверное, да? Where are you, Aubrey? Где ты, Обри? Let's go! Ну, давай же. Глупо. Отчет технического обслуживания, пометка подразделения. Было бы весело, если бы не было так грустно. С момента моего перевода из отдела исследования погоды 8 месяцев назад я провел ни единой инспекции, не выявивший серьезные нарушения системы. Я постоянно слышу о проблемах техники безопасности. Если вам удастся сохранить работоспособность машинного зала в течение недели без какого-либо нового стихийного бедствия, мы сможем получить бюджет, чтобы позаботиться о вашей параноидальной технике безопасности на рабочем месте. Для тех, кого интересуют похороны в море вашего коллеги Майкла Дженсона состоится в среду в 2, это все. Так, где ты, слышь, упырь? Ну не, мне кажется, тут никого нету. Come on, Aubrey. Let's уже, go already. Обри, нам надо идти, пора, типа. А где Обри? А Обри здесь нету. Давай почитаем. Карта района Гелис. Карта схемы хирургической комнаты, где была заперта Ада. Ой, ёпты! Привет, Роузи! Ну, да. Нормас. В принципе... чего-то такого и ожидалось, или не ожидалось, не знаю. Но я думал, либо вообще никого нет, либо он маньяк. Я пытался сказать тебе, и вообще-то уже сказал. Я лжец, Роуз. Я слышал все, каждое твое слово, как только ты попала на борт. С твоего первого разговора с Адой до того момента, когда последние слова слетели с ее губ. Я даже слышал ваш разговор с Николой. Обри. Че? Это не блокировка Теслы подавляла ваши переговоры с сестрой. Это еще одна ложь. Это был я. Но зачем? Потому что она отняла у меня все. То, что у меня было. У меня было его внимание. Его уважение. Но... она забрала все это. Я был важным человеком на этом судне. Но теперь пришел час заплатить по счетам. Начиная с блокнотов. Если сделаешь это, я убью тебя. Даешь слово, Роуз? Слово чести. Как мило. Ты, конечно, забыл это. Я направил потустороннюю энергию к твоей сестре в операционную. И сейчас я уже также направляю потустороннюю энергию к тебе. Прямо сюда. Так что лучше поторопись. Эти штуки появятся здесь с минуты на минуту.
Компания, поставляющая электричество, половина мира. Я же за их помощью все остановлю и возьму то, что по праву принадлежит мне. Новый листок вырос, старый отпал. Так, мне направо типа бежать, да? Или налево? Направо. Ну, веркатно. А, быстрей! Выберись из центра управления. Ну, давай, нажимай. Ой, а она вообще не бегает, типа, да? Это что такое? Я умер или что? В смысле? А как я раньше-то мог это... В смысле? Алло, игра, ты чё, гонишь? А как мне... А, в смысле? Ты же не бегаешь, дура. Блядь. Ты... Ну ладно. Да в смысле? А как? Ребят, мы здесь надолго. Мы здесь очень надолго. И очень надолго. Да. Так, животное, ты будешь? А я могу закрыть дверь? Не могу. Видишь, не могу закрыть дверь. Я могу только вперед ходить вообще. Направо я не могу уйти. Налево не могу, направо. А, иди ты нахер, слышишь? Так, давай. Дверь закрыть не могу. Могу идти только прямо и налево сейчас, да. А дальше да ёпта. Туда в дверь, что ли, налево надо идти, да? Просто, ну, блин, тупняк, конечно же. Хорош дышать-то мне в ухо прям. Ублюдок. Мать твою. Ко мне решил лезть? А чё, типа это говно не влияет на меня или чё? Это пыльца. Да ёб твою мать. Закройте глаза, Роуз, закройте глаза! Все будет хорошо. Они ушли. Все будет хорошо. Новая глава, видимо, да? Неожиданно. А что, почему Никола Тесла оказался жив? И зачем он здесь? Ничего не очень понимаю. Его тоже он, что ли, запер? А почему он вышел к нам тогда, если что? Не понимать, конечно. Глава 8. Цветы Персефоны. Цветы Персефоны. Ты перцветы. Ты цветы Персефоны. Ты. Я пенаблю. Да. Поем? Поем? Или поем? Ада once warned me. Ада как-то раз сказала мне, что ее сестра очень упряма. Нужно было мне прислушаться к ее словам. Я и подумать не мог, что ты сможешь пройти через половину Гелиус, несмотря на мои попытки помешать. И из-за этой ошибки, моей ошибки, мы потеряли Аду. Обри открыл двери, и заражение распространилось.
Сейчас он направляется в башню, там попытается воспользоваться исследованием твоей сестры, чтобы закрыть разлом. Но я боюсь, что он не сможет понять всю грандиозность исследования ада и только усугубит и без того тяжелую ситуацию. Сейчас я иду, чтобы постараться исправить эту ситуацию и еще забрать исследование ады. Я советую вам оставаться на месте и немного передохнуть. Тут относительно безопасно. Но я уверен, что вы не послушаетесь. Чертовски верно. Мы не успели сберечь Аде жизнь. Но еще можем успеть сберечь ее наследие. Я буду на связи. Так, и куда нам нужно теперь? Выясни, где вы находитесь, чтобы найти способ помешать Обри. Где? В каком-то госпитале, а чё? Госпиталь или что? Это операционная. Я обещала Аде найти ее след, я сдержала слово. Я обещала Обри помочь выбраться, и я сделала это. И что же я получила за свои старания? Сломанное ребро и сотрясение мозга. Что убью его? Нужно сдерживать обещание. Значит, надо его убить. Понял? Ты. Сейчас мы с тобой займемся, Обри, ты не переживай. Опа. Аугментация легких признана повысить выносливость человека. Можно я себе делаю, чтобы я вынос, чтобы я бегал как цейнбол? Так. Я понял. Нам нужно выяснить, где мы находимся, да? О, нет. Что такое? Это операционная. А, где Ада, что ли, моя? А, вон она. Что? Ее больше нет. Вместе блокнот содержит ключ ко всему. Ты можешь это исправить. Обещай мне, Роуз. Обещай мне. Только не так. Понятно. Уходим отсюда. Здесь ничего интересного нету. Так. Так, тут люди. Кто? Кто-то кого? Стоп, что это, я? Следуйте за призрачными фигурами. Любуль. А куда они идут, эти призрачные? А, видимо, налево. Или нет, подожди, может, куда они пошли? Да, это точно я, и не Суаду, но как такое возможно? А, туда, угу. Прошлое, настоящее, будущее, все это части одной ткани, все, что нужно, переплести ее. Разве могла быть здесь в прошлом? Отправляясь на Гелиос, я не знала, что меня ждет. Единственное, в чем я была уверена, если это не может изменить мир. Так и произошло. Правда, не так, как я себе это представляла. Во всяком случае, пока еще нет. Так, аутосейв ни к чему хорошему не ведет, правильно? Или неправильно? Теперь я хочу объяснить тебе все, и ты поймешь, что бояться нечего. Ты всегда старалась защитить меня, но это должно было произойти. Я понимаю, у тебя много вопросов, и все кажется запутанным, но я уверена, что ты сдержишь свое обещание. Я с любовью, твоя сестра Ада. И я вернусь за тобой. Все получится, Ада, обещаю. Так, и что дальше? Ты права, Ада, пока все это не имеет смысла. Но что это за обрывки сцен прошлого? А может, настоящего или будущего? Так много вопросов. Но я держу свое слово и верну твои исследования. Слушай, ты что-то до хрена очень всего этого.
Обещаешь. Роуз, как ваши раны? Боюсь, я не очень хороший доктор, но я сделал все, что мог, чтобы подлатать. Я в норме. Если это слабая попытка помешать мне отправиться за исследованиями, то это вы зря. Наоборот, вообще-то рассчитан на вашу помощь. Я Ада тоже. Что вы имеете в виду, говоря, Ада рассчитывает на меня? Ады больше нет. Она мертва. Но она все еще здесь. Ее исследование в нескольких временных измерениях и то, что она подвергалась воздействию, изменило ход вещей. Причем необратимо. Она активировала цепочку событий, которую я пытаюсь полностью понять. В ее исследованиях содержится ключ ко всему. Так она и сказала. Найди способ добраться до Тесла башни. Помогите мне вернуть блокноты. Помогу. Как вы только доберетесь до башни, будем действовать сообща, чтобы справиться с Обри. Конец связи. Тесла аут. Он сказал, да? Тесла аут. Что они пытались здесь сделать? Генератор настроен на краткое время открытия аварийных дверей. Потяни за рычаг и беги. Нарушите карантин. Наконец-то кто-то со здравым смыслом. Так, и чё? Я могу нажать? Не могу. Подожди, чё там по заданию было? Прибить через лабораторию, добрить до монорельсовой станции. В смысле? Опять? Я же... А, это я шагаю? Я шагаю по Москве. Тут больше ничего нет? Там показывают, что у меня что-то есть. Еще какие-то эти записочки. Записочки. Да-да. Так, ну ладно. Видимо, надо сейчас включить эту... подожди. Надо как-то включить... я же это читал, или нет? Проект по созданию резонанса... Так. Ага. Тут у нас ничего, ага. Островамба. А, теперь туда надо? Ладно, надо постараться найти монорельсовую станцию, чтобы добраться до башни. Опа, людишки. Да блин, ой, извиняюсь. Вниз мне, по идее, там тоже за ними, на людишку, и нет. Ничего не понимаю. Ни черта, я бы даже сказал, я не понимаю. Почему не открыть? Потому что не открыть. А что, я вернулся взад или что? Что произошло? Тут ничего нет. А зачем мне люди показывают, что они вниз спускаются? Не просто что так. Не просто так. Нам какой-то переключатель, а что с ним делать, я не знаю. Мне может быть наверх надо? А, тут еще одна дверца. А с ней что не так? А, я вниз должен спуститься, там будет это. Ой! А, я не успел! Ай, бредятина-то какая, пец. Блин, ну ты же тогда хромая убежала от него. Сейчас ты на двух ногах, и у тебя все выносливость. Что за бред? Алё, алью, игра, хорош, хватит. Бесишь? Ну просто тупое занятие, занимаюсь тупорыльством. Так, что дальше?
Дальше направо, видимо, да? Да, так. Людишки. Хорошо, почти на месте. Станция должна быть прямо впереди. Апельсинка? Свежая. Кстати, вагон монорельса, доедете до башни. Подожди, а где? Как? А, вот так? О! Похоже, некоторым удалось выбраться. Молодцы, незнакомцы из прошлого. Потяните рога для вызова вагона. Эвакуируйтесь. А я, смотри, я не нашел записочку еще. Так подожди, а Обри, он же регулировал это все, потоки этой энергии. Или типа он, как он-то... Ну как, в смысле, а че? В смысле, а чего он не отключил это говно? Ничего не понимаю. Какой-то бред, бредятина какая-то. Ну ладно. Он считает, что так оно и было, наверное. Хотя это странно, но ладно. Давайте мы не будем придираться к сюжету данной игры. Это заканчивается глава, да? И видишь, я не нашел несколько записочек. Путь Ареса. Глава 9. Скорее всего, будет 10, будет сейчас это 9, и еще будет одна, наверное, да? Или нет? Ну, просто все ближе, близится к концу, по-моему. Согласуйтесь со свои действия против Обри. Ой, это не предвещает ничего хорошего. Росс, вы на месте? Yeah. Да. Иду к башне. Что происходит? Обри перенаправляет энергию со своего Гелиса в безнадежные попытки закрыть разлом. Но он только делает хуже, потому что энергия просачивается отовсюду. Нужно подняться туда, пока не поздно. Попадите внутрь через вход основания башни, поднимайтесь, вскоре вы найдете большой грузовой лифт. Воспользуйтесь им, поднимитесь на самый верх и остановите Обри. Ну что ж, не самый худший план, я полагаю. А что потом? Потом вам придется держать Обри под контролем, а я использую исследование вашей сестры, чтобы как следует закрыть разлом. Но у нас не слишком много времени. Это должна быть башня Теслы. Доберитесь до входа и в башню найдите лифт. Да, хорошо. Очень плохо, что мы на самом деле не все находим, но я думаю, что если бы мы еще все и находили, то это было бы прям, да? Чертежик какой-то. Ага. Но кто знал. Так, ну мы же с вами просто проходим, смотрим же над этим, над сюжетом, а не чтобы тут прям детально изучать, правильно? Или неправильно? Не, ну я стараюсь, если... Ой, в смысле? А, дезинфекция или что? Так, чё, куда дальше? Влево. Сохранялка пошла. Типа, видимо, тут что-то будет сейчас опять опасно. Опасность? Стой, кто идет? Это ты, Никола? Чтоб там не был, просто проваливай. Я очень занят. О, Обри, похоже, тебе нужна помощь с расчетами. Ты еще жива, Роуз? Выходит, что тебя убить намного сложнее, чем твою сестру. Недоученый, ты не стоишь одного пальца ада. Не волнуйся, Роза, мне не обязательно быть равным ей, чтобы вернуть себе положение, которое так она бессовестно забрала. Все, что мне нужно, немного времени, чтобы меня не отвлекали родственники покойников.
нашли. Но не будем вчитываться, потому что чертеж и чертеж, что с ним? С него взять. Опа. О, не, даже не надейся. Блин, опять ползать надо. Ну ладно, давай. Подожди, вот, а теперь он опять берет и управляет. Ну, короче, да, тупняк полный, ну ладно. А, хотя мог Тесла, типа, тоже управлять. Ну, подожди, а если... Если Тесла мог управлять, почему его глушил Обри тогда? Чё за бред? Ну, то есть... Короче, ой, нет. Добей. Не. Фьюча. Не, ну ползаем-то мы, да, мы... Так, кровищем. Так. Я сказал стоп. А я сказал не стоп. Так, лестница вниз пошли. Ой, да ладно. Это он на меня уже смотрел? В смысле? Там было уже животное это или нет? Или мне показалось? Чертеж какой-то тут опять. Так, хорошо. Так, давай сюда. Здесь. И ни шагу дальше. Достаточно игр. Слушай, Роуз, я восхищен целями стрелы, честно. Ну вот прямо сейчас отвлекаешь меня от спасения мира. Обри. Он знает, что ты сделал. Тесла знает. Хорошая попытка. Я закрываю разлом и спасаю Гелиус. Никола поверит тому, что я ему скажу. Ты не можешь больше лгать себе. Он идет сюда. Ой, он знает. Ой, брось. Не можешь придумать ничего получше. Какая жалость. Я избавлюсь от тебя так же, как и избавился от Бенни, если придется. Можешь взять свои пустые угрозы и... О, сэр, рад видеть вас здесь. Я думаю, тут произошла какая-то ошибка с... Никола? Сэр. Роуз? Будь так добра, поднимись наверх... На лифте наверх башни. Скоро мне подарят свою помощь. Поднимись на грузовом лифте и наверх башни. Блин, тут... Все. Нет, не все. А, все, да. Мы можем ехать? Я поднялся или нет? А, это грузовой лифт, вот он здесь. А там что я нажал? А, там что-то я нажимал. Я думал, там лифт. Ну да, бывает, ладно. Глава 10. Падение Икара. Так. Мы поднялись. И... Обри! У нас есть незаконченное дело. Помогите мне свернуть управление над разломом башни. Подожди, может быть, тут еще что-нибудь будет? Предметики, предметики, предметиков. Ничего нету. Ладно, все, уходим отсюда, короче. Пойдем, да. Я это же прочитал, да?
Я на месте. И что мне делать? Перезапустить осцилляции. Неважно. Просто сделай так, чтобы все огни горели красным, а потом поменяй... Почему? А потом за это пойти? Все огни красным? Все эти горы горят красным. Готово. Ну и где же тут переключатель питания? Спустись по лестнице, продолжи помогать Тесле. Вы нужны мне здесь срочно. Ступеньки... А, стоп, где справа? Блин, стой, назад. Где ступеньки справа, он говорит, со стороны? Ну ладно. Сюда. А, вижу. Ой. Людвиг, цикл больше не повторится. Роуз. Отойди или умри. Заставь меня. Людвиг, пора. Настало время разомкнуть цепь. Разговор ни о чем... Пока с ним завязывать. Потяните переключатель, Роуз. Потяните переключатель. Пронзенная рука. Не стойте на месте, скорее, торопитесь. Лифт сзади, Роуз, спускайтесь. А где блокноты? Я не уйду без них. На столе. На каком столе, твою мать? На каком столе, пупырь? На каком столе, мазафака? На каком столе-то, алло, игра? Да ёптелю, трупы эти ссаные. Блокнотики. Отлично. Пойдите в задний аварийный лифт. Давай, Роуз, бегите. Надо бежать. А как же вы? Не беспокойтесь за меня. Спасайтесь. То есть сейчас и Тесла тоже умрет. Я не очень понял всего и вся, если честно. Оу, смотри, какая красотища. Или не красотища. Ой, ёптель-моптель. Ну хорош, хватит. Хватит. Роуз, вы в порядке? Ну, типа того. Поднимайтесь, Роуз, нужно бежать. Башня вот-вот упадет. Нужно поторапливаться. А что вы, что будет с вами, убежав подальше от башни? Вы все еще наверху. Не беспокойтесь обо мне. Просто спасайтесь, Роуз. Бегите. Просто бегите вперед. Попробуй, ёпта. Насколько... Ой! Насколько далеко до мне бежать ты, ну? Ой! Больно. Аж прям перекосило все. Боюсь в личные покои Теслы. Какие-то предметы можно, типа, исследовать. Да вы что прикалываете? Мисс Арчер! Мисс Арчер, вы живы? Что? Ну как вы остались живы? Ведь башня рухнула.
Я объясню все как-нибудь потом. Слишком много факторов. Исследование, которое у вас в руках, может изменить все. Вы у входа в мои личные покои. Впереди охват аварийной спасательной капсулы. Покрутите глобус, чтобы открыть доступ к тайному лифту. Он придет вас вниз в спасательной капсуле. Бегите! Ни черта не понял. Найдите и покрутите глобус, чтобы открыть доступ к лифту. Надо найти глобус. А где глобус? Так, доступ к лифту найду, если покручу глобусяру, да? Ой. Понял. А где его личный покой? Твою мать. Покрыть глобус, здесь спрятан лифт. Так, легко еще и не было. Сюда нужно идти или нет? Ну вот, я же говорю, легко не было. Блин. Путешествие во времени. А как мне туда пройти? Есть какой-то рычаг или нет? Во-во-во-во-во. Что я отключил? Ай! Подожди, а что отключает этот один рубильник-то? Он же ничего не отключает или отключает? Так, мы это уже читали или не читали? Один рубильник. А, может быть, слушай, сейчас, подожди. Да как успеть-то? Не, я не понимаю. Подожди, может быть тут еще какие-нибудь рубильники есть? Не, вроде никаких рубильников больше нету. Разлом наш путь. Ну, может быть, разлом и ваш путь? Мне нужен глобус. Может, я вообще не сюда пришел? А вон там ящик, да, какой-то включенный. Ай, ёб твою мать, надо было подождать. Да, сорян, ребят, сорян. Чё-то тупанул. Так, все, погнали. Так, да, надо подождать вот это говно. Ага, я бегу. Подожди. Так, значит мне не... Значит мне какой надо отключать теперь? Сейчас, подожди. И тот включился. Да ладно, и тот включился. Сейчас, этот первый. Ой! Чуть не попался, да? Так, тогда вот тот теперь, правильно? Так. Да, и теперь тот последний. Thank you.
Так, хорошо. Хорошо, куда теперь? Теперь наверх, сюда, да? Не могу я перепрыгнуть, да, получается? Не могу, понял? Вот так вот, значит, в ту сторону было. Не угадал, не угадал. Не угадал я, да? Немножко. Немножко на дорожку. В этом ничего страшного нет. Так. Ну где же искать этот глобус? Вон он, ёпти. А подожди, может тут еще какие-то документики? Ой, ёб твою мать, ты чё меня пугаешь, тварь, падла? Сюка. Я аж писнул немножко. Напугал так напугал. Так. Тут никаких вещей, вещичек я не могу набрать. Не, глобус-то я видел уже. Подожди, может быть здесь какие-то документики? Два документика мне нужно найти. О! Нет-нет-нет, что, черт возьми, не так. Так, и еще одна записка тут должна быть где-то быть. Хотя, может быть, я ее уже просрал, да, где-нибудь. Ну ладно. Вот он, глобус. Записок никаких. Кажется, вот он. Так. О, это и лифт и есть. Моя дорогая сестра, прости, что покинул тебя внезапно и без предупреждения. Ты знала, что все это произойдет. Сядьте в аварийную капсулу, чтобы сбежать с Гелиуса. Вот мой билет с этого за это место. Пора двигаться дальше. Эврика. То есть он что-то разгадал там, да? Этот. А где капсула? А, вот она. И все, больше тут нет ничего. Вроде нет. Все, погнали. А как же Тесла? Или он уже все, не жилец, да, походу? Так, как мне запустить эту штуку? Мисс Арчер, мисс Арчер. Блокнот с исследованием безопасности? Но как? Неважно. Да. Не у меня. Но зачем исследование? Теперь я понял. Они ключ ко всему. Мы можем вернуть ее. Мы можем вернуть Аду. А и все, это конец игры. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга, всем счастливо, всем пока.